Все знать невозможно, но и жажду знаний утолить нельзя. Не на все вопросы нашлись ответы, но и поиск еще не закончен. Все важное и новое из мира науки. В программе «Теория всего». В эфире Латвийского радио 4, программа «Теория всего». Разговор сейчас пойдет о вулканах. Ну и понятно, что несмотря на всю опасность, которую извержение, безусловно, стоит за собой, но все равно переоценить важность той информации, которую мы получаем, исследуя их, тоже нельзя. И вот поэтому, чтобы обсудить сегодня интересующую нас тему, я пригласил в студию программы ассоциированного профессора факультета географии и наук о Земле Латвийского университета Гирца Стинкулиса. Гирц, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Да, очень рад, что вы пришли. Гирц, ну, перед тем, как начать свой рассказ, обстоятельный, полный множества нюансов и различных тонкостей научных, мы хотим, чтобы гость отвечал на наши вопросы прямо. То есть я предлагаю вам пройти 10-вопросовый блиц, где возможность ответить только да или нет. Интересно, естественно, по интересующей нас тематике о вулканах. Хорошо. Давайте попробуем. Итак, первый вопрос. Вулканическое извержение – это всегда стихийное бедствие? Да. Извержение обязательно должно сопровождаться землетрясением? Да, хоть небольшим. Да, хорошо. А если оно происходит где-то в море, то и цунами не миновать? Нет. Вулканы во многом определили состав атмосферы Земли выбросами углекислого газа? Да. Извержение вулкана может длиться хоть 10 лет? Да. Продолжать быть активным вулкан может хоть несколько миллионов лет? Верно, да. Ученые все еще с трудом отличают спящие вулканы от потухших? Да. Отличить спящий вулкан от потухшего вообще невозможно? Нет. Отголоски наиболее крупных извержений можно почувствовать и в Латвии? Да. Сейчас Латвия находится вне района вулканической активности, но все может поменяться. Да, но очень большое время. Да, но все-таки да. Ну, вот, это Гирц Стинкулис, ассоциированный профессор факультета географии и наук Земли Латвийского университета, прошел через наш блиц. Ну, а теперь, Гирц, давайте сюда перейдем к более обстоятельному разговору. Все-таки скажите, исследование вулканов, это всегда представляется как некое такое очень опасное мероприятие. Ну и вообще, те, кто занимается географией и геологией, это некоторые люди, которые отправляются в экспедиции, сопряженные с риском. До сих пор ли те люди, которые изучают вулканы, они вот так рискуют своей жизнью, до сих пор ли это такая романтическая вещь? Да, это верно. Потому что вулкан – это непрогнозированное все-таки явление. Все может случиться. Я так помню пример на такой по литературе, читал, что в Филиппинах вулканологи, которые значит, они сделали верный прогноз, что будет извержение вулкана. Они сказали это людям, в принципе, вся эвакуация была нормально, все это происходило, спасли много-много жизней, но они сами погибли при этом, в принципе. Так что, ну вот, так тоже бывает, да. То есть они погибли, потому что они думали, что у них еще есть время? Да, они думали, ну, они там все это знают, как этот процесс будет происходить, но все было слишком-слишком быстро, слишком сильно, они не успели сами убежать оттуда. Что ж, понятно, да. Тем не менее, их вклад, я думаю, был очень посильный. То есть вы говорите, что их работа прошла не зря, да? Да. Таким небольшим утешением быть. Но давайте поговорим о том, что же собой представляют вулканы. То есть вот мне очень интересно у нас в нашем представлении, что вулкан – это обязательно некая горка с кратером на ее вершине, в котором бурлит кипящая лава. То есть так ли всегда это? И что нужно для образования вот такой горки? Ну да, вы сказали очень такой, ну, я думаю, типичный вулкан выглядит точно вот так. Но бывают разные типы вулканов все-таки. Например, трещины вулканы. Это значит линейная трещина, разлом в поверхности Земли, который прослеживается дальше, до мантии. И жидкая лава проходит по нему на поверхности Земли, образует не конус вулкана, но вот такой, скажем, излияние, такие плоские
тела образуются. То есть это, в принципе, не так опасно, как если бы с горы это извергалось. Это на меньшей территории исходит, получается. Территория огромная, но это не так быстро, конечно. Это не, но это постепенно. Человек может убежать, спрятаться. Эвакуация может быть ну, такая более успешная. Тогда еще образуются такие щитовые вулканы. Там тоже излияние лавы больше происходит. Базальтовые лавы, которые более жидкие. И вообще такой принцип при образовании вулканов, что если, если лава более вязкая такая, ну, тогда будет больше возможность взрыва, эксплозивного вулканического явления. И тогда будет большое количество вулканического пепла. А если вот более жидкая базальтовая лава, тогда больше возможности излияния на большой такой территории. И так, таким самым большим примером я мог бы назвать траповые базальты Сибири, которые занимают 2 миллиона квадратных километров. И их общий объем 3 до 4 миллиона кубических километров. Так, подождите, это где находится в Сибири? Это, скажем так, большая часть всей Сибири. Всей Сибири. Это начиная где-то от северной части до Уралов почти доходит, и тогда на восток. Ну, не до Чукотки, но почти. То очень, теоретически очень Сибирь представляет собой такую большую раскаленную сковородку, которая может зажечься в некоторый момент. Слава богу, это древнее образование. Это уж точно неактивное. Образовалась в Пермском периоде около 250 миллионов лет назад. То есть, скажем так, для слушателей, чтобы понятно было, еще динозавров не было. Да, совершенно верно, да. Что ж, понятно. Ну, кстати, вот говоря о том, вот, об определении того, какой вулкан сейчас активный, какой действует, какой спит, вот можно про эту классификацию рассказать? И я так понимаю, что там все тоже неоднозначно, ученые еще спорят, какой вулкан каким считается. Да, ну, такой общий, это понимание, если вулкан не активен больше 10 тысяч лет, то он считается, ну, таким, ну, пассивным или, ну, скажем так, ну, не очень активным вулканом. Скажи, но эти 10 тысяч лет это просто, видимо, такая, ну, вынужденная необходимость, потому что только тогда записи велись, это человеческая история, которая как бы задокументирована хотя бы каким-либо образом, я так понимаю. Ну, это так называемый голоцен. Это часть четвертичного периода, когда ледник отступил уже, когда, да, люди занимали более такие северные земли, то, тоже вот обитали, ну, это такая, скажем так, да, нынешняя человеческая история началась. Но есть такие вулканы, которые были активными миллионы лет назад, но проявили свою активность даже позже. Вот, например, известный вулкан Йеллоустоун, Йеллоустоунское плато. Это в США, да? В США, да. Считает, что это такой, ну, скажем так, пассивный вулкан, но никто не знает, когда будет следующее вулканическое извержение, потому что то, которое, ну, прежнее было, это 600 или 700 тысяч лет назад. Но все-таки там бурлит, горячие воды выходят, и эти гейзеры, и все это. Так что считает, что может проявиться еще этот вулканизм. Но у американцев предусмотрительно там никаких городов нет, там национальный парк находится. Да. Но если такое извержение будет, то это почувствует весь мир, к сожалению. Потому что, ну вот сразу, может быть, про примеры, такие рекорды вулканов, которые были. Давайте, да. Да-да. В человеческой истории самое мощное, наверное, вулканическое извержение было 74 тысячи лет назад. Это гора Тоба, которая находится на Суматре, Индонезии. Вулкан образовался огромнейший. Размер кальдеры 30 на 100 километров ширина этой кальдеры. В это время было выброшено около 800 кубических километров
вулканического пепла, а лава образовалась даже в большем количестве. На территории Индии, которая находится, ну, не знаю, тысячи километров от этого места, находится 6 метров слой вулканического пепла. Такие слои встречаются на всем мире, ну, местами встречаются. Так что облака вулканического пепла перешли всю нашу планету и считают, что где-то на 6 до 7 лет климат нашей планеты изменился. Температура была ниже где-то 3 до 5 градусов на всей планете. То есть из-за того, что пепел был в небе, солнце не проникало, и поэтому температура понизилась, да? Да. И считают даже так. И это научно обосновано, что в это время погибла большая часть человечества этого времени. И сохранились где-то только 10 тысяч человек. Ну, я думаю, что это было похоже на конец света. Ну, это было похоже, да. Конечно, надо надеяться, что что-то подобное больше вот не будет, но не так скоро. И что, я думаю, важно... Подождите, что... но это было не так давно, это, вы сказали, 70 тысяч лет. Да, 74 тысяч лет назад. Но что, я думаю, хорошо, все-таки вулканологи изучают вулканы. Вулканологи, ну, прогнозы вулканизма более удачные, чем прогнозы землетрясений. И, между прочим, землетрясение считается одним признаком вулканизма, что будет вот вулкан. Но, конечно, надо знать, в каком месте это будет. И я думаю, что человечество будет все-таки готово этому. Лучше будет готово, чем в то время. Ну, все равно, конечно, к такому нельзя, по-моему, подготовиться. Да. Это... Если такое извержение случится, это говорит о том, что насколько вот еще человек до сих пор, несмотря на весь свой технократизм и развитость, находится в зависимости от неуправляемых сил природы. Да, это так. Хорошо, давайте продолжим вот о чем говорить. Понятно, что у нас есть зоны сейчас с активной вулканической деятельностью, а есть зоны, где эта деятельность уже ослабла, вот, ведется гораздо меньше, или где уже вообще они не знают, ну, практически, как у нас. Вот какие районы мира сейчас наиболее огнеопасные? Ну, довольно хорошо изучены связь вулканизма с границами литосферных плит. Это соответствует теории литосферных плит. Вот, а литосферные плиты, они у нас примерно соответствуют континентам, которые находятся на Земле, или не совсем? Ну, плюс-минус, так. Значит, единая литосферная плита – это вся Евразия сейчас. Другая плита, например, Индия. Ну, вот такие, например, эти размеры. Я слышал, да, что в какой-то момент Индия врезалась в Евразию, собственно, да. Поэтому Гималаи появились. Да, верно. Это называется процесс коллизии. Ну, вот эти зоны тоже, между прочим, активно там есть проявление вулканов. Но, скажем так, вулканы встречаются в трех таких типичных условиях. Во-первых, это зоны спрединга. Это зоны в большинстве случаев подводного вулканизма. Это средние океанические гряды, которые, например, находятся под Атлантическим океаном. Там литосферные плиты отдаляются одна от другого. И как раз вот механизм отдаления – это поднятие магмы, поднятие лавы с мантии, и эта сила отодвигает эти плиты. Там только базальтовое излияние, там только лава, там, ну, меньше, скажем так, таких эксплозивных явлений. То есть есть извержения вот именно с лавой, а есть, которые выбрасывают различный пепел, камни и другие породы, то есть вот этого нет. Вот там вот, этого когда... там нет. Да. Это под водой, это довольно спокойно. Там вот только такие подводные трубы, которые даже называют черные курильщики. Английский это будет black smokers. Значит, да, такая... То есть это, в принципе, довольно для человечества безопасное явление. Ну, да, это довольно, да, относительно безопасно. Но другие места, там, где, конечно, это оттолкновение одной плиты от другой, это проявляется как сдвижение в других местах, как столкновение в других местах. И эти процессы столкновения называются или субдукция, там, где океаническая плита проникает под континентальную, или даже коллизия, вот пример, который вы называли, когда Индия столкнулась с Евразией. И там мощнейшие вулканические процессы.
там все самые большие вулканы нашей планете. Ну, например, это Япония, Чили, Перу, западная часть США, западная часть Канады, Алеутовые острова. То есть это все Тихоокеанское побережье, да. Северной и Южной Америки. Да. Этот пояс даже называют огненной пояс Тихого океана. И там самые, значит, мощные вулканы. Ну и там извержения происходят с такой завидной периодичностью. То есть мы можем об этом говорить, что ну, там чуть ли года не проходит, чтобы не было. Да, то в одном месте, то в другом, в принципе. Да, там повсюду, да. И там, значит, это под движение океанической плиты подконтинентальной вызывает поднятие температуры, поднятие магмы под этими горами. И тогда, значит, под горами находится ну, резервуар магмы, а на поверхность Земли уходит уже канал. И вот вам и описанный типичный пример вулкана. Это вот такие вулканы образуются как раз вот там, где есть гора, посередине горы Калдера, и там вот эта лава, которая периодически изливается. Что ж, ясно. Давайте мы будем географически двигаться ближе к нам. Ну, в Европе же тоже есть действующие, недавно действующие вулканы. То есть какая-то активность происходит и вот на нашем материке, континенте. Да, верно. Самые крупные вулканы, самые активные вулканы Европы – это в Альпийском поясе. Например, Италии. В Италии находятся. Ну да, там, например, Этна и... если я не путаю, Везувий тоже. Но когда в последний раз вот что-то у нас такое происходило, вы сейчас не помните? Они, извержение проходит, но я думаю, что даже сейчас можно сказать, что вулканы активные. Я помню, где-то 10 лет назад изливала лава там. Ну, тогда еще есть такая территория, как Исландия, конечно. Но вот Исландия находится в очень интересном месте. Там тоже средняя коническая гряда, а также так называемая горячая точка нашей Земли. Считают, что в этих горячих точках такое концентрирование тепловой энергии Земли, скажем так, верхходящий тепловой поток. Идет и там, ну, вот тоже. Там несколько активных вулканов. Например, мы помним Эйяфьяллайокул, который... Да, вулкан с непроизносимым именем, который в 2010 году заставил многих пассажиров ждать в аэропорту. Да, 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 да. А в 1700-х годах было извержение вулкана Лаки. Это не так, как английский, что Лаки, это счастливый. Нет, это был очень такой неприятный вулкан. Называли, что в северном полушарии тогда было год без лета. Тоже вот вулканический пепел поднялся, закрыл солнце, много людей погибли, скот тоже вот погибли, такие вот явления. Что же ясно. Ну, смотрите, мы находимся, вот окружает нас Исландия, с другой стороны Альпы, а почему в Латвии тогда ничего такого нет? Почему вот мы сейчас можем сказать, что мы в некоторой безопасности? До расстояния от Латвии до этих мест все-таки большое, больше 1000-2000 километров. Мы находимся на западной части литосферной плиты Евразии. Это огромная плита. И, скажем так, вот территория Латвии была тектонически спокойной уже последние 600-500 миллионов лет. Более или менее. Сначала вот мы были на территории единого континента, который назывался Балтия, потом он сдвинулся с Северной Америкой, образовался континент Евроамерики, а теперь уже вот Евразии. Ну да, где-то 2 миллиарда лет назад еще на нашей территории, если так можно сказать вообще, что было наша территория тогда. Все взрывалось и кипело. Да, еще кипело, океан был, вулканы были, но сейчас последние годы все-таки нет. Потому что это континентальная литосферная плита, внутренние части, которые все более или менее спокойно. Можем, ну, с большой уверенностью
сказать, что в ближайшие даже миллионы лет на территории Латвии вулкана не будет. А прогнозы вот, говорят, что даже после 200 миллионов лет не будет. Что, оптимистично ну, звучит. Да. Гирс Цинкулис, ассоциированный профессор факультета географии и наук о Земле Латвийского университета, у нас в гостях в программе «Теория всего». Давайте мы сейчас попытаемся перейти к более интерактивной части нашей передачи и подключим телефон. Теория всего. Итак, я напоминаю, что телефон нашей студии 67-227-440. В гостях у нас Гирс Тинкулис, профессор факультета географии Латвийского университета. Говорим мы о вулканических явлениях. Но, тем не менее, Гирс, скажите... Ну, есть прогнозы на некоторое количество лет, но ситуация может измениться. То есть все-таки происходят какие-то процессы, и Земля не стоит на месте. То есть что, вот, куда движется вот, наша территория, и какой прогноз дальше, что с ней будет? Ну, такие прогнозы делаются на довольно большое геологическое время. Но, конечно, эти прогнозы очень только приблизительные. Но эти прогнозы... делают по виду того, как литосферные плиты двигаются в нынешние дни, с какой скорости, в каком направлении, как они кружатся, ротируют, значит. Ну и ну, самый такой дальний прогноз, который был сделан, про который я читал, что вот после 250 миллионов лет, как будет выглядеть наш мир. Ну, скажем так, территория Латвии подвижется немножко к северу, ну, где-то на градусов 10. Ну, не слишком, не будем на Северном полюсе. Холоднее станет, да, все? Ну, станет холоднее, если не общий глобальный климат, не будет теплее в это время. И расстояние между территорией Латвии и следующими горами, которые будут образоваться, ну, где-то 1000 километров, не ближе. Но если я четко помню это все, то к северу из Латвии, ну, где-то там, где Швеция и Норвегия, может быть, образуются следующие горы. То есть и, возможно, вулканы тогда тоже возможно, появятся. Там вулканы проявятся, да. Ну, дорогие слушатели, мы до этого, к счастью или к сожалению, не доживем. Я напоминаю, что телефон 67-227-440, звоните. Ну, пока звонков нет, вот к нам приходит сообщение зато из интернета. Вот спрашивают, в частности, с исландским вулканом. Сергей из Риги, у него вопрос. А как же все-таки с прогнозированием? Вот столько людей просидели в аэропортах. Вы сейчас сами сказали, что вулканы лучше прогнозируются. То есть можем ли мы вот предупредить... Вот как это происходит? Расскажите. Или вот все еще мы будем пленниками этой ситуации, на нас он как, ну да, пепел на голову будет нам сваливаться. Да, про прогнозы все-таки. Да, это, к сожалению, так, что Эйяфьяллайокул мы можем считать небольшим вулканическим извержением. Объем пепла, который был выброшен в это время, был меньше 1 кубического километра. И вы помните, как это воздействовало все-таки на авиацию и на весь мир. Тогда можем только предположить, как было, если бы 10 кубических километров или больше вулканического пепла. Ну да, скажем так, в Исландии это известно, что почти вот каждый день может быть извержение вулкана. Люди к этому готовы. Но то, что мы считаем таким прогнозом, ну это уже прогноз более крупного вулкана, эксплозии, излияние лавы. То, что опасно человеку, ну более... скажем так, в большей степени опасно человеку. Ну, например, вот тогда от сателлита видно, что поверхность Земли как бы немножко поднимается в этом месте. Тогда бывают землетрясения, поднимается общая температура окружающей среды, меняется состав вод. Ну, вот это уже говорит, что будет сильное извержение. Ну, такой Эйяфьяллайокул все-таки, ну, он маленький считается. А то есть, поэтому маленький мы так хорошо не можем предсказать, да, получается? Ну, да, но можем сказать, что, ну, наверное, он будет, но где-то вот... В этом году, да? Да, в этом году что будет, ну да.
это, конечно, все-таки такая удача. Да, но я не говорил, что прогноз вулканизма очень точный, очень верный. Нет. Немножко лучше, чем ситуация с землетрясением, потому что, несмотря на такие суммы денег, которые, например, американцы, японцы кладут в эту сферу изучения, все-таки землетрясение человек не может прогнозировать. Но вулканы немножко лучше все-таки. Гирс Тинкулис, ассоциированный профессор факультета географии и наук Земли Латвийского университета, сегодня в гостях у программы «Теория всего». Гирс, скажите, но вулканическая активность – это же не нечто уникальное, кстати, для Земли, наверное, явление. То есть мы же можем находить вулканы не только на нашей планете, получается. Да. Там они, наверное, еще больше. И там могут происходить очень страшные процессы в космосе. Да. Ну, есть такие планеты и спутники планеты, которые очень активны. Например, один спутник Юпитер. Я точно не помню Ио. Имя. Ио. Да. Вы верно говорите, да. Ио. Там почти непрерывные вулканические явления, и вся поверхность планеты кипит, скажем так, покрыта разными лавами. Это очень активно все происходит. То есть можем ли мы сказать, что то, что там происходит, это, в принципе, представляет собой некоторую картину того, что было у нас на Земле некоторое время назад? Очень похоже, да. В архейском периоде, да, особенно в начале архея, в начальных стадиях развития Земли, да, считают, что температура поверхности Земли была выше 70 градусов, даже 100 градусов. И, да, тогда лава покрыла почти всю поверхность Земли. А почему тогда этот процесс, он стал как-то сходить на нет и некоторым способом убывать? Что произошло? Почему Земля остывает или что-то прекращается? Вот что происходит? Да. Самые активные процессы образования Земли тогда уже сократились, уменьшились. Да, Земля остыла в это время. И что очень важно, образовалась постепенно в эоне Архея, в эоне Протерозоя, образовалась литосфера, твердая литосфера. Это очень важно. Через литосферу не может уже так проходить лава, магма. И она все-таки сидит в внутренней части Земли. И ядро Земли, то, что называется, да? В мантии Земли. Да. И проходит там, где это возможно. В этих границах между плитами, горячих точках и так, скажем. Да. Ну да, тогда, конечно, еще известно, что самый большой вулкан, который близко к нашей планете находится, это на планете Марсе. Вулкан Олимп. И высота Олимпа 21 километр. Да, это... и если мы помним, то высота самой большой горы у нас Джомолугмы 8000 метров. Да, 8. То есть мы можем представить, что, учитывая, что красная планета меньше Земли, кстати, да, насколько это огромная вещь. Да. Но он действующий или нет? То есть за него? Насколько я знаю, что нет, не действующий. Говоря об этом, мы уже, наверное, подходим к некоторому концу, к некоторому завершению программы. Но смотрите, если на Земле вулканическая активность, следуя из истории, все-таки снижается, глобально, да? Есть ли вероятность того, что когда-то извержения на планете вообще прекратятся и никаких вот этих движений больше не будет? Но если они уменьшаются, то они должны как-то закончиться или нет? Насколько я так понимаю, то таких прогнозов пока еще нет. Все-таки радиоактивное тепло Земли сохраняется. Понятно, процессы... то есть пока нет. Хорошо, давайте, вот у нас звонок появился. Да. Человек тоже еще с самого начала звонил. Давайте попробуем принять его тогда. Здравствуйте. Добрый день. У меня такой вопрос. Всем известно, что Японские острова очень сейсмологично опасны, а там постоянно трясет. Но однако же это не помешало Японии построить атомную станцию. Последствия мы все видим. Просто сейчас как-то замалчивается, не говорится нигде, какие последствия. Там же все отравлено, вся рыба, которую мы едим, которую нам привозят. То есть нужно ли запретить строительство такие? Поэтому выгодно об этом молчать, чтобы корпорации наживались на этой продаже отравленных продуктов. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Спасибо большое, наверное, за
всю mm-hmm. практику мировую того, где можно строить атомные электростанции, мы не можем ответить. Но действительно, mm-hmm. и, не, ну, как я понимаю, в Японии есть там какие-то особые меры безопасности по поводу землетрясений, но, тем не менее, не, да. так, не смогли они, да? Да. Ну, там, скажем так, это происшествие было таким, ну, совпадением разных обстоятельств, очень неблагоприятным, потому что, на принципе, это атомная станция выдержала, и может выдержать даже побольше землетрясений, но не выдержала цунами, волн цунами. Это, ну, просто вот никто не ожидал, что высота волны цунами там будет 10 метров. Это, конечно, странно, что не ожидали, потому что это уж можно определить, это можно калькулировать это все. И можно было сделать против этого тоже защиту? Можно было, наверное, можно было сделать. И еще, ну, там, я понимаю, там такие технические проблемы было, что-то с системой охлаждения тоже, которые могли бы не быть там такое совпадение. Но, конечно, атомной станции это опасно, конечно, это опасно, но да, они, конечно, тоже дают большое количество энергии, это сложный вопрос. Но я думаю, что очень важно, что наука сейчас, нынешняя наука, ищет виды, как эту ядерную энергию все-таки как-то в более таком безопасном виде, ну, сделать и дать человеку, ну, скажем так. Что ж, понятно. Гирц Стинкулес, ассоциированный профессор факультета географии Латвийского университета, в гостях у программы «Теория всего». Подытоживая, Гирц, вот мы уже с вами... Ну, хорошо, давайте, вот еще один звонок появился, и после этого послушаем звонок, и потом подведем итоги. Угу. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. У меня таких два маленьких вопроса. Давайте. Первый. Говорят, что на старых разломах, вот как Латвия находится, чаще всего вообще-то следует ожидать какого-то катаклизма. Так, а второй вопрос? А второй вопрос вот такой вот. Такая вот странная вещь. Я много лет живу в Эцеках, и угу. только в прошлом году впервые увидела нечто подобное. Все люди вот с маленькими детьми летом вдоль самого берега воды, значит, угу. расположились, и все. Ну, обычная, как говорится, ну, погода, спокойное море, мели выступают так. Нельзя сказать, чтобы был сильный отлив, прилив. Море спокойное, ветер тоже спокойный, и все. И вдруг вода как-то странно уходит, угу. причем эти мели довольно сильно обнажаются. И детишки все там, как говорится, те, кто сидели в лужицах, сидят просто на песке. И буквально через несколько минут я еще так удивилась, как зашумело море странно. Я, у меня было двое маленьких внуков, я их схватила и вместе с ними быстрее, значит, к дюнам. И действительно мы вовремя убежали, потому что пришла волна, небольшая, ну, где-то mm-hmm. полметра. Но она залила все. Вот все подстилки, детишек, я думаю, это просто ужасно. Спасибо, да, мы поняли. Были... Mm-hmm. поняли. Да, спасибо да, большое. Mm-hmm. Вот что это было? Очень быстро, это, конечно, мне тема, но... Ну да, ну, вопрос первый сначала, наверное. Да, конечно, старые разломы, они могут активироваться, но это все-таки относится к зонам вулканизма. Латвия не такая зона. Магма у нас очень-очень... глубоко, разломы не достигают такой глубины. И, ну, единственное, что может быть, если какое-то дальнее землетрясение, то по разломам может этой энергии достигнуть Латвии. То ну, есть конечно, чуть-чуть потрясет. Да, немножко потрясет. Да. Ну, как это обычно бывает у нас, ну, такое маленькое землетрясение. Но по поводу второго вопроса я точно ответить, наверное, не смогу. Потому что прилив, отлив в Балтийском море, ну, почти нету. Ну, конечно, когда большие штормы какие-то вот тоже бывают, так что вода отступает, если ветер дует от стороны континента, но это уже такое долгое явление, не моментальное. Понятно. Ну, возможно, да, мы сможем это в какой-нибудь другой передаче рассмотреть, когда будем приливами, отливами заниматься. Ну да, это мне было бы интересно самому увидеть это, да. Что ж, давайте, Гирц, закончим вот на чем. Мы уже с вами установили, что вулканы явно просуществуют на Земле дольше, чем существует на ней человечество, ну, так, mm-hmm. скорее всего, получится. Как вы считаете, сможем ли мы когда-то достичь того, что вулканы перестанут для нас быть очень большой угрозой и опасностью, или они всегда будут представлять ее для нас?
Ну, я так думаю, что все-таки представляют опасность для человека. Всегда вот природа все-таки оказывается сильнее. Да, мы можем быть готовы, мы можем лучше узнавать, когда будет извержение, где оно будет, время этого всего. Но устранить, как-то вообще избавиться от этого, ну, тогда нам надо остановить землю. Если мы остановим землю, не будет больше тепла, здесь тоже такого, так что, ну, лучше это не пытаться делать. Да. Так что наша планета все-таки довольно спокойная, будем сами жить спокойно, и все так нормально тогда будет. Что ж, спасибо большое. Гирт Стинкулис, ассоциированный профессор факультета географии и наук о Земле Латвийского университета, сегодня был в гостях у программы «Теория всего». Эту программу для вас провел Алексей Гусев, и мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего доброго, друзья. До свидания.